Только что пришла информация с пометкой «Молния». Из Хартума поступают новости о военном перевороте. Армия Судана объявила о важном заявлении, с которым она выступит в ближайшие дни, в ближайшее время. На данный момент группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омурдмане, в городе-спутнике столицы Судана. В районе значительно усилены меры безопасности.